Исторический момент. В летописи Кузнецкой епархии при Вознесенском кафедральном соборе города открыли духовно-просветительский центр. Здесь будут и воскресная школа для детей, и занятия для молодежи и культурные события для взрослых. Все подробности в репортаже наших коллег. И твое, сохраняя крестом твоим жительство. Благодарю. Самое важное с духовной точки зрения совершилось. Сначала молебен и освящение здания, потом занятия, работу. Уже в день открытия начал духовно-просветительский центр в Кузнецке. Не только уроки для учащихся воскресной школы, это порядка 270 человек, но и дополнительные творческие занятия. Все это в комфортабельных, теплых аудиториях. Их в центре всего 4. Каждый может вместить до 30 человек. У нас имеются в аудиториях и электронные доски, и проекторы, имеются кондиционеры, замечательные парты, стулья. То есть для детей, то есть будут все хорошие условия для того, чтобы они получали образование. Также выход в интернет доступен для детей. И вот сегодня вновь зазвучат детские голоса при кафедральном соборе, которые будут радовать нас своей жизнью, а мы будем передавать им сильный духовный опыт нашего народа, нашей веры и нашей культуры. Не только для детей. Духовный центр при Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка открыл свои двери для молодежи. Для них здесь православные патриотические клубы, образовательные курсы для священнослужителей и преподавателей основ православной культуры. И, конечно, здесь будут проходить и выставки, и социальные мероприятия. Здание приспособлено и для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году мы приступаем и уже приступили к строительству такого культурно-просветительского центра в Никольске. Я думаю, что и по другим муниципальным образованиям, по другим территориям Пензенской области мы это направление будем продолжать деятельности. Я как руководитель, как губернатор буду поддерживать. Средства на строительство православного центра в Кузнецке выделены при поддержке губернатора через конкурс Федерального агентства по делам национальности России. В подарок духовно-просветительскому центру Иван Белозерцев подарил икону и книги для библиотеки.